Доброго вам времени суток. Рядом с бывшим заводом «Кристалл» на самокатной улице в Москве стоит вот такой вот ГАЗ-69 с фонарями от «Москвича» 2140 SL люкс. Руль я смотрю от Форда, Фиеста, наверное. Такие вот сиденья с поясничной регулировкой. Интересно. Фароискатель. Хабы. Имеется люк в крыше. Механические стеклоочистители. Ручка КПП. Ох, видно стекла. Стекла в пленке. Ручка КПП от «Москвич». 412 Ижевский.